Друзья, привет! Привет! Сегодня у меня новый видосик с Нюсей ТВ, и мы сегодня будем покупать друг другу канцелярию. У нас есть 4 цвета, и жеребёвкой мы решим, кто какой цвет будет покупать. Прошу. Человек за кадром. Сейчас он перемешает, и мы выберем цвет. Оборачивайтесь. Готовы? Да. Ну, смотри. Давай, кто начинает? Камень, ножницы, бумага? Да. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Чик-чик, я первая начинаю. И я беру... Короче, я беру вот этот листик. Хорошо, а нормально. Я точно? Подумай. Подумай. Давай. Подумай, я подсказываю. И вот этот. Нет, ну подумай. Вот этот, давай. Все, Сань, последний раз, давай. Какой? Какой хочешь? Давай вот этот. Розовый и синий. Короче, ребята, я покупаю, Саша, канцелярию синего цвета. А я покупаю и не канцелярию розового цвета. Я думаю, это будет легко. Да. Обе части видео вы сможете увидеть на канале Саши Шоу. И не Нюся ТВ. Ну что? Вперед! Давай, удачи! Погнали. Все, спасибо. Так, друзья, мы решили покупать по 15 предметов, по 15 штучек. И знаете что? Я уже вон там вдали увидел... Ручки, карандаши, сейчас я туда пойду и попробую подобрать что-то интересное. Так, смотрите, здесь цветные карандаши. Ох ты ж, а вот розовые, смотрите. Что выбрать, такое или такое? Короче, вы сами все видели, оно упало. Это знак. Первое уже есть. Знаете, что это у нас бумажник, надо еще ручка, карандаш. Ага. Я думаю, это будет считаться за розовый. Берем. Да, пусть будет такая. Самое главное уже есть. Осталось найти тетрадку. Что еще нужно найти? Короче, посмотрю. Может вообще лол взять? Или это не считается за канцелярию? Опа-на. Я там кого-то увидел. Показывай. Там у нас все плохо, там Инна. И она хотела посмотреть, что я купил. Я надеюсь, я найду что-то еще в розовом цвете. Короче, народ, я решил, сейчас мы идем тихонько и будем покупать тетрадки. Посмотрим, надеюсь, посмотрим, что купила Инна мне. Выбрала, точнее. Думаю, можно взять просто одну тетрадку и все. Короче, берем вот эту тетрадку. Остался ластик, линейка. А вот и линейка. Готово, друзья. Смотрите, это какая-то линеечка. Люди ходят, думают, почему он розовый покупает. Боже, это так необычно. Друзья, что можно еще взять? Я даже не знаю. Пенал. Во. Хороший пенал. Для пацанов. Но я не знаю, как он Инна уже взяла. Капец. Здесь такой огромный выбор. Я думаю, она что-то такое взяла, знаете, необычное, чтобы мне могло не понравиться. Чисто мое мнение. Народ, короче, я тут посмотрел, повыбирал, и вот это мне не нравится. Это тоже, это я даже не знаю. О, смотрите, нормальная папка. Берем, я даже не знаю, сколько у меня предметов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7 предметов же есть, осталось немножко, осталось еще пару штучек. Что же тут интересно еще есть? Вот, друзья, это бейджики, это не надо. Как вы считаете? Я думаю, надо брать. Так,
Наверное, надо выбрать степлер, так как я знаю, что у Инны его точно нету. О! Это прям какая-то машина убийца. О! Вот это надо брать. Это прям то, что нужно, друзья. Берем степлер, это доставляем. Дальше. Ты решил сэкономить? Да. Или поприкалываться немножко? Знаешь, я не знаю, как Инна посмотрит на это. Я взял вот тетрадь. Может, серьезно взять такое ведерко? Народ, вот. Вот это я искал. Смотрите, это 100% подойдет Инне. Ну, это, конечно же, шутка, друзья. Вот хорошая бутылочка. Розовая. Да, розовая. Уже не фиолетовая. Поэтому мы берем именно ее. Все, короче, решено. Не берем. Смотрите, в этом отделе куча разных красок. Да, это что-то маленькое, идем дальше. Дальше. О! Смотрите, друзья, я вот что мне надо было. Это Настя этой краской делает слаймы. Я думаю, Инне и для школы подойдет. Она в 11 класс перешла. Или и для слаймов и тоже подойдет. Короче, берем розовый, считается. У меня уже есть 11 или 10 предметов. О, кепочка розовая. Зачем мне кепочка? Это не канцелярия. Друзья, смотрите, я нашел то, что искал. Смотрите, это розовый чемоданчик как раз в дорогу. Будет куда-то ехать. Смотрите, розовый, розовый. Почему бы и нет? С принцессой. Как раз подходит Инне. А, стоп. Это ведь не канцелярия. Они за мной смотрят. Не-н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 е
Так, ты что смотришь? Так, народ, у меня проблема. Нина там просто ходит, что-то делает, непонятно для меня. Я надеюсь, Ине понравится. Ставим сюда. Где же тут весь ластик? Короче, вот розовый один, надеюсь, подойдет. Сзади меня стоит Ина, я тихонько беру вот это. И бросаю сюда. И ухожу. Так, народ, я нашел кучу разных блокнотов. Ух ты! Это четкие. О, вот розовый сердечко. Нет, это не то. Это не то, это не то. О, вот еще розовый. Да, неплохой. Давайте, я думаю, возьмем вот этот розовый блокнот. Он точно ей пригодится. И это хорошая вещь. Так, народ, мы пришли в отдел с рюкзаками и сумками. И знаете что? Я думаю, рюкзак Ине не надо, а вот сумка, вот, например. Короче, вот эта розовая. Она как раз подходит нам по цвету. Я думаю, все вот эти покупки сложу в эту сумку. Я думаю, Ине пригодится все, что я здесь купил. Именно все. Прям все, смотри. Я думаю, ей даже пригодится. Знаете что? Вот это. Я тут все такое классное подобрал. Надеюсь, она мне тоже подобрала что-то нормальное. Не то, что я ей подобрал. Зонтик с поняшками взять, а? Да нет, это детская, у меня уже есть 15 предметов, поэтому идем на кассу. Как обидно, что у меня не получилось взять вот этот чемодан.
Я так хотел ее взять. Опа-на, смотрите, кого я увидел. Я уже все купила, а ты? Я тоже. Нас можем идти на кассу? Погнали. Только не подсматривай. Не смотри, не смотри. Не подсматривай. Так, главное, чтобы она не увидела, что я купил. Мы уже приехали домой и сейчас будем обмениваться покупками. Да, меняемся. Я для Саши покупала синюю канцелярию, а он для меня розовую. Так, я уже увидел кое-что. Сейчас мы посмотрим. Давай достаем по одному предмету. Окей. Та-дам! Я сразу достал точилку. Ну, что я могу синяя, сказать? Синяя, синяя точилка. Подходит. А у меня розовая бутылочка, скорее всего, для водички. Упс. Я хотел пошутить и взять более детскую, но потом подумал... Это подставка под... Та-дам! Ланчбокс, друзья. Обратите внимание, какая здесь картинка. Пенал. Пенал тоже синего цвета. Это точилка? Да. Класс! А, это папка. А, конечно. Кстати, это тоже папка. Это тоже у меня папка розового цвета, у Саши синяя. Да, это под тетрадки. Ну да, я ж заканчиваю школу, 11 класс, сами понимаете. Надо по тетрадке обязательно папочку. Мне классно. Тоже надо папочку. Дальше. Дальше это у нас маркер. Это у нас маркер, тоже синего цвета. Акриловая краска розового цвета. А, это карандаш. Класс. У меня теперь будет новый блокнот. Да. 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 Будем рисовать. Мелки для рисования. Это вот. Степлер. Так можно делать. Это, скорее всего, ластик. И очень модный. Ага. Ну да. Ну, вы сами понимаете. Покупали мы все в одном магазине. У меня розовый. Стикеры. Именно стикеры для записи. Да. Тоже хорошая штука для школы. На липкой основе то, что надо. И я в своем рюкзаке тоже нашла стикеры, только розового цвета. Наверху какой-то супермен заяц. Супер заяц. Супер заяц. Короче, я так понимаю, что эта линейка можно делать вот такие всякие прикольчики. Смотри. И сломать ее нереально. Это я не покупала, он не синего цвета. Это что-то не то. Хорошо. Это в стороночку. Так, обложки для книг. Тоже синего цвета. Хорошая штука. 8-9 класса, да. А у меня вот такая тетрадка. Блокнот. Кстати, он этот блокнот очень сильно мне понравился, да. Здесь, видишь, такие разделители есть. Угу. Их можно менять местами. Короче, мне понравился. Классная штука. А у меня карандаш розовый. Та-дам! Саша, я захотела немного над тобой пошутить и купила тебе вот такую папку. Смотри, здесь даже всякие такие штучки на резинках. Можно складывать карандаши, линейки, что тут еще, нитки всякие, клей, ножницы. Короче, я думаю, что ты о такой папке просто мечтал. Да, а мне рисунок вообще нереально нравится. А My Little Pony, я знаю, что ты их просто обожаешь. Обожаю просто. Смотрите. Мечта. Круто. Мечта. А у меня вот такая розовая ручка. Последняя покупка — это две спортивные сумки под обувь. Синяя. У Саши синяя, у меня розовая. Классная сумка. Не забудьте поставить нам жирные лайки. Подпишитесь на канал Саша Шоу и Нюся ТВ. Спасибо, что были с нами. Всем пока. До встречи, пока! Вы можете посмотреть на Инном канале, как она покупала мне канцелярию, и на моем канале, как я покупал ей канцелярию. Поэтому смотрите и всем пока, друзья! Пока! Пока! Still want to act, not the ghost.